Всем привет! Меня зовут Ксюва на канале Розенрод. У нас сегодня с вами игрушка Брофорс. Сначала я начала играть на клавиатуре, но потом я вспомнила, что у меня есть джойстик. Посмотрим, как это было. А, стоп! Стоп! А зачем мне двумя играть? Алло. Сейв, как мне тебя спасти? Вау. Так, стрелять. Да. Это банки. Все, я нашла. О. Ах ты ж! Суицидник Гренов! Брал Дред! А что он делает? Поджарить жопу, жопу жарить всем. Эш, бролэнс! Баба! Воу, what the hell? Да-да, ты чё, охренел? Чё это было? Да что ж такое-то? Нет, нет! Нет! Оп! Мистер Эндрю Браун. Что он делает? На, по жопе. И еще. Воу! Воу! What the hell is going on? Убиваться. Это получилось внезапно, но красиво. Ой-ой-ой! В принципе, это было запланировано, да. Нет, 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 ну-ка, фу, фу, блин, гадства, хватит! Он не может близко стрелять. Почему он людьми стреляет? Что происходит? Ей! Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Мне очень важно ваше мнение, поэтому если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Если нет, то дис и напишите в комментариях, что именно вам не понравилось. И если все хорошо, вот тут вот ссылочка будет на мой канал. И вот там тоже она будет. Я взяла в руки джойстик. Взяла.